Я прошу тебя сделать глубокий вдох и медленный выдох. Представь, как энергия из центра Земли поднимается вверх. Она касается твоих ног и поднимается еще выше. Проходит через энергетические чакры твоего тела и поднимается еще выше в область головы. Представь, как эта энергия выходит из твоей головы в виде красивого шара света. Рассмотри этот шар. Какого он цвета? Давай поднимем этот шар выше. Еще выше и выше. Давай выведем его за пределы Вселенной. Ты можешь наблюдать, как он проходит сквозь белый свет, сквозь темный свет. И вот мы видим то, что нужно. Это искрящийся белый жемчужный свет. Направь туда этот шар. Это энергия мироздания. Это энергия всего сущего. Ты — это и есть энергия. Ты — это и есть все сущее. Именно здесь Создатель всего сущего дарит людям здоровье, дарит Вселенной людей. Именно здесь происходят чудеса и исполняются все желания. Для чего ты здесь? Сейчас? Сегодня? Давай научимся благодарить. Представь перед собой образ человека, которому мы будем испытывать это прекрасное чувство благодарности. Посмотри на этого человека. Это может быть твоя мама или твой супруг. Это может быть твой ребенок или твоя сестра. Это может быть твой друг. Давай научимся благодарить людей. Визуализируй у себя в руках шикарный букет самых свежих и ароматных тюльпанов. Выбери из этого букета самый красивый цветок. Протяни этот цветок человеку, которого ты выбрал. Поблагодари этого человека за то, что он сделал для тебя. Поблагодари этого человека за то, что он есть в твоей жизни. Поблагодари этого человека за то, чему он тебя научил. Выбери еще цветок. Протяни еще этот цветок. И вспомни еще, за что ты можешь благодарить этого человека. У тебя много цветов в охапке. Давай поблагодарим еще кого-нибудь. Визуализируй. Представь образ перед собой.
протяни цветок этому человеку. Почувствуй, как этот человек улыбается тебе. В ответ на твою благодарность этот человек тоже будет испытывать это чувство. Давай еще. Давай представим следующего человека. У тебя еще много цветов. Проговори мысленно все те благодарности, которые хотелось бы сказать этому человеку. Почувствуй внутри себя силу благодарности. Это то чувство, которое двигает нами. Это то чувство, которое позволяет нам расти и развиваться. Это то чувство, которым мы можем одаривать всех людей вокруг. Чувство благодарности – это одно из самых волшебных чувств. И прямо сейчас я хочу, чтобы ты почувствовала мою благодарность за то, что уделила время мне. Почувствуй каждой клеточкой своего тела. Я наполняю благодарностью тебя. Я благодарна тебе за то, что ты есть в этой жизни. Почувствуй теплоту, которая разливается по твоему телу. Это замечательное чувство. Представь, как будут чувствовать себя те люди, которых ты наполняешь такой благодарностью. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. Можешь открыть глаза?